сам, блин, не понимаю, куда я забежал, блин. Все чуть восстановится, и еще, чтоб не рисковать, лучше подождать немного. Флешку сейчас включаю. Пять патронов осталось. Блять, патроны кончились. Тогда мы ее бросаем и бежим, блять. Туда, куда показывает радар, все. Ни на что не отвлекаясь. Я не думал, что у меня, блядь, патроны закончатся. Бля, не туда. Что-то радар как-то глючит. То налево показывает, то направо. И не пойму ни хрена. Я говорю, забежал. Если я сейчас сдохну, будет чекпоинт, то я уже пойду, блин, нормально. А, вот сюда, вот домик. Я уже сдохну, блять, я не понимаю нихуя. Забежал в какую-то жопу, блять. Радар непонятно, блять, показывал. То налево, то направо, блять. Сука, все нахуй. Бегу уже тут куда надо, и все нафиг. Похуй. Ачивки, блять, не ачивки, манускрипт, не манускрипт, похуй, блять. Надоело. Я не ожидал, что патроны закончатся так быстро. Вообще пипец, блин. Враги еще есть, а патроны кончились. Это опять радар показывает какую-то херню. Блять, радар показывает бежать. Я туда бегу. Потом он вдруг меняется в другое место, блин. Что за хуйня тут происходит, а, в этом... Вон он показывает, куда, видите? Сейчас прибегу, а там хуйня какая-то, блин. Вот видите, теперь показывает другое место, блин. Просто отлично, нахер. Блин, я нажимаю на кнопку уклонений, сука ты, блин. Нажимаю на кнопку уклонений, нихуя ничего не уклоняется, блин. Сейчас бегу, куда показывает радар. Сейчас хоп, и какая-то херня, смотрите. И чё тут, блять? Надо до того генератора добежать. Вот он здесь. Походу тут сейчас нет никого, хотел сказать. Вот, чекпоинт был. Блять, пошли нахуй.
Не знаю, правда, что за фигня была с радаром. Так. Термос. The night had been one desperate situation after another. I was exhausted, and my body felt as though it had been chewed up in... Короче, чувак с бензопилой. Сейчас заведем генератор, будет чекпоинт, и я обратно пробегусь туда, где эти враги меня заебали. И посмотрю, там что-то пропустил я или нет. Вон туда сейчас спустимся. О, чекпоинт был, и давайте пробежимся обратно. Во, опять у нас тьма наступает, блядь. Я и знал, сука. Вот так. Ну, я не думаю, в принципе, что я... что я тут что-то мог пропустить. Но секретов я что-то мало нахожу. По-моему, их должно быть больше. Я флешку бросил, она горит, и они меня не могут преследовать из-за света. А тут у нас свой свет уже есть. Так. Ну, короче, я не думаю, что там что-то есть. Патронов, блин, бы побольше. 23 это половина, считайте. Так. Обычно вот так вот меня дрючили, как сейчас, на последнем уровне. Такой замес был, только на последнем. То есть в последнем эпизоде. Тут нет ничего. Так, та-та-та. О, что-то блестит. А, это там вдалеке. Тут могут эти отметки быть. На деревьях и где угодно, короче. Там что-то упало. О, слышите? Вон еще домик. Или это тот, в котором я был? Зря я по этим горам хожу, блин. Ничего я тут не добьюсь. Во, самолет. Тут сейчас должно быть место такое, где секрет, и там ачивка будет. Вот в этом месте. Mm.
Так, давайте тогда на следующее видео оставим.